Книга о чудесах и вере. В региональном отделении Союза журналистов Украины прошла презентация детской книги «Чудеса Божьего мира». Данный проект развития духовной литературы состоялся при поддержке настоятельницы Свято-Архангела Михайловского монастыря игумени Серафимы и генерального консула Румынии в Одессе Эмила Рапчи. Детская книга «Чудеса Божьего мира» рассказывает историю девочки Тони, которая попала в трудную жизненную ситуацию, а вера и обращение к святым помогла ей пережить трудные моменты. Вообще же тоненькая детская книжечка «Чудеса Божьего мира» несет большую миссию – рассказывать маленьким читателям о православии и духовности, о вере и чудесах. Развитие детской литературы не может обойтись без духовной. И поэтому вместе с Галиной Лекаревой, Ириной Харитоновой и матушкой Серафимы, где возникла как раз эта идея, при поддержке румынского консула Эмила Рапчи, который профинансировал эту книжку, мы решили сделать проект и познакомить детей и взрослых поближе с православной культурой. Все книги авторы-меценаты передадут в воскресные школы, приюты и интернаты.